последнее время все чаще встречала на просторах интернета рецепты, как приготовить грудку в духовке, запеченную с лимонными дольками. Мне стало интересно, решила попробовать, и получилось неплохо. Как вы сами увидите, ничего сложного в приготовлении нет, могу только посоветовать не исключать из блюда такие ароматные травы, как орегано и тимьян, ведь именно они, как мне кажется, связывают между собой лимонно-чесночный соус и нежное мясо курочки. Если свежего тимьяна не нашлось, используйте хотя бы сушеный. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Духовку разогрейте до 200 градусов, подготовьте продукты. Выжмите сок и натрите цедру одного лимона, второй нарежьте дольками, курицу промойте и обсушите. На сковороде разогрейте масло и буквально минутку обжарьте измельченный чеснок, затем влейте туда куриный бульон, сок лимона, положите цедру, орегано и листочки тимьяна, влейте эту жидкость в форму для выпечки и выложите туда курицу, добавьте дольки лимона и веточки тимьяна, посолите, поперчите. Запекать такую курочку нужно 35-40 минут. После готовности достаньте форму и дайте постоять минут 5, затем подавайте мясо, полив его соусом. Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Куриная грудка, 3 штуки. Масло растительное, 2 столовые ложки. Чеснок, 5 зубчиков. Куриный бульон, 80 мл. Лимон, 2 штуки. Цедра и сок 1-1 целый. Сушеный орегано, 0,5 чайных ложки. Листья тимьяна свежие, 0,5 чайных ложки, 2-3 веточки. Количество порций, 4-5. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Всем Марии удачи, и дачи у Марии. Увидимся!